Дорогие друзья, курицы наши гуляют. Многие спрашивают, копают ли курицы. Вот здесь вот они в основном с края копают, и вот там вот с райки копают. А так картошку они не разрывают. Поэтому так. На улице сегодня очень холодно. Сейчас муж придет, надо будет доставать аквариум, готовить для цыплят. У нас сегодня уже очень много цыплят вылупилось. Поэтому... Но он хочет их под курицами оставить, не знаю, что будет. Ну, а еще в инкубаторе посмотреть, что да как яички. Не проверяли. Ну, потому что те цыплята вылупились под курицей. Поэтому вот так вот. Холодно, ребята, очень у нас холодно. Цветы мои бедные замерзают здесь. Сточки. Если бы Ванька не обрывал, нормально было бы. Он обрывает постоянно. Как же холодно, а? Я замерзла. Ладно, пошла я пить горячий чай. Всем желаю хорошего дня. Так, сделали салат. Света уже кушает, сидит. Она сварила макарошки с колбасками. Вкусно? Ладно, она сегодня мое платье, смотрите, одела. Говорит, мама, мне, говорит, надо такое же платье. Из Василька. Помните, я заказывала? Ей понравилось по качеству, да? И оно телу приятно. Мне тоже нравится. Но вот сегодня Светик одела. Ладно, приготовила салат. Сейчас будем все ужинать. Так, дорогие друзья, приготовили легкий ужин с колбаской. Это рожки с морской капустой. Многие говорят, почему так часто рожки, но дети так хотят, они выбирают. Здесь уже колбаска перемешку сделана, чтобы маленькие не съедали только одну колбасу, поэтому мы перемешиваем. И также будет еще салат. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита, ну а мы пошли ужинать. Все, ребятки кушают, я уже поела, что-то аппетита никого нету. Ничего путем не хочется. Сегодня у нас тут музыка по городу, прямо везде грохотает. У нас здесь, прямо возле трехэтажного дома, очень сильно музыка кричала. Ну, я себе кофе навела. Последний раз буду пить уже сейчас. Как раз время 7 часов вечера. И вот в новой кружечке, как видите, сделалась. И переведите, что здесь написано по-английскому. Если кто может перевести. Сейчас попью кофе и все. Больше сегодня кофе пить не буду. Потом, может быть, только чай буду пить. И все. Сегодня у меня прохудилась еще одна моя кастрюля. На это расстроилась до чертиков. Но ничего страшного. Когда вот мы сделаем ремонт кухни, я себе куплю новые кастрюли. Я прям уже это... Уже знаю даже, какие возьму. Правда, они дорогие, но я их возьму. Прям жду не дождусь, когда же я уже все это сделаю. Сейчас потихоньку будем освобождать кухню для того, чтобы делать ремонт мне начинать. Будем освобождать, буду вам все постепенно показывать. Все постепенно покажу в целом. Так что, если вам это будет интересно, пишите ваш комментарий. Завтра мы со Светиком в город поедем.
А, тут еще йогурт чей-то остался. А, это Ильюшкин йогурт еще остался. Надо Илье в комнату поставить. Что случилось опять? А, ты хочешь на ошейник прям приделать? А смотри, вот на этой штучке есть разделители. Видишь, вот так вот разделяется и одевается вот на эту штучку. И все. Ничего там сложного нету. Света сегодня в моем платье ходит. Прям как-то это... Надо ей потом вот такое же купить. Сегодня макияж у меня другой. Я сегодня уже нанесла вот такие вот голубенькие тени. Сережечки так и висят. Надо вообще... Света, если заснимет, какие у меня вообще украшения есть, потому что нынче мы с ней перебирали. Она... Извините, я камеру немножко протру. А то мне что-то кажется мутно или как-то. Не, вроде нормально. И что-то оказалось, что у меня, оказывается, много этой бижутерии. Ну вот я только, видите, редко одеваю. Я люблю вот такие висюльки. Если длиннее будут, хотя бы вот так, еще лучше. Так что вот как-то так. Сегодня мне Лиза в комментариях писала, что она мне передала эстафету, но я эту эстафету, Лизочка, извини, делать не буду. Ну, потому что 10 фактов обо мне, я даже не знаю, что обо мне рассказать-то. Я дома сижу, я никуда не хожу. Вот факт, что у меня подруга рядышком живет, а я даже до нее сходить не могу, и обижается она очень сильно. Женя, если видишь, привет тебе. Когда-нибудь я, Женька, до тебя дойду. Вот когда-нибудь обязательно дойду. 5 минут ходьбы, а сходить никак не могу. Все, что-то то одно дело, то другое дело, и все, сходить не могу. Сейчас опять на грядке повторно полоть. Ой, когда-нибудь сплю. Ну ладно, ребята, приделаю сейчас ребенку, а то она стоит уже психует. А Петруча где? Ребята, мы идем в сарайку. Показать вам наших цыпляток. Многие спрашивали. Смотрите, курочка. А ты всех сюда посадил? 6 цыпляток. Ой, какие цыпочки. Мамочка, сиди. А тут 5 только. А, один, видать, под маму спрятался. Мы им яички сварили комбиком, сегодня не нашли. Завтра Андрюха сказал, как освободиться, придет. Мама. Да, Ванечка, да. Ну ладно. Да, у мамы. Ой, под маму залазит под маму. Смотри, Ванечка туда. Ваня, нравится? Нельзя вот так вот делать. Ой, тебя маленький. И желтенький, и черненький. У одного пузика желтенькое, а у другого пузика беленькое. Так интересно такие. Вот радуйтесь вместе с нами. А под маму спрятались, Мариночка. Они под маму спрятались. Все, пускай растут. Хоть бы курочки были, да, а не мама. Петушки. Нам одного петуха только надо, чтобы сменить нашего. Так что вот такой вот у нас радость. Вот, ребята, у нас огород. Картошка, там топинамбур, картошка. Здесь вот то большое поле, вот от этой доски до туда Егорка уже протяпал. Сейчас вот это вот ему осталось и вот это вот все тяпать. Дети все по сарайке там лазят. Сейчас я вам покажу их даже. Это кто такой тут сидит? Ой, ку-ку, Ваня тут такой. Да, ты под, там курица тоже привет. На гнезде, да, сидит? Ваня, привет. У нас все куры на... А? Нет, все куры на гнезда сели. Вот так вот, где присели, и потом клюются, клювачи становятся, когда на... Смотрите, смотрите. Клюет прям папа. Да, Ваня тут скачет веселый. Не лезьте, пускай сидит. Все, отходите. Ванечка, пошли. Выходи давай. Да, давай бегом. Да, реально там курица. Марин, по картошке мы не бегаем. Ну как ж, надо щечки. Оксана такая села, сидит. Ты как эта старая русская девушка села на крылечко, так ручки сделала, а все, уже убежала. Видишь, Егорка молодец, уже большое поле протяпал. Ты баню топишь? Да, папа баню топит, будем баню мыть сегодня. Банный день будет. Ладно, вот такие вот у нас радостные новости. Ставьте, не забывайте лайки.
дорогие друзья, макияж я сняла. Рекомендую это средство. Как вы видели, оно быстро снимает. Поэтому от Faberlic обязательно рекомендую вам это средство. Сейчас переоденусь и будем ложиться уже готовиться ко сну. У нас уже время вечер. Всем желаю хорошего вечера, желаю счастливого вообще жизни, желаю здоровья. Это самое главное. Всем пока-пока!